Тренер, поздравляю с победой. Сегодня была тяжкая поле, и игра такая была упорная. Да, спасибо за поздравления. Поздравляем наших болельщиков и фанатов. Нас сегодня очень, очень тепло поддерживали. И при... Мы видим дождь, да, не погода, они вместе с нами. Большая благодарность им за это. Ну а что по игре? Да, такая принципиальная игра. Много борьбы, много, может быть, криков много падений, но ну, и с другой стороны, да, на таком поле показывать какой-то ну, сверхфутбол сложновато. Хотя обе команды старались, стремились и не просто играли в открытый футбол, а именно какие-то задуманные на комбинации, планы строили. Ну и хорошо так, что больших шансов мы не дали сопернику. Да, было несколько таких выпадов, контратак. Ну, больших шансов нет. Ну, сами имели возможности. Забили очень хорошо, что забили. Ну и движемся дальше. Сегодня были замены в составе, но ну, по сравнению со, с игрой Братиславе. Как вам эти футболист, футболисты сыграли, которые вышли вместо э, тех раньше? Ну, есть, есть. усталость имеет свойство накопления, поэтому мы, мы думаем, мы анализируем, как, как нам выходить из этого положения. Есть игроки, которые могут выйти и играть, но мы говорим про те связки, про те очки необходимые и прочее, и прочее. То есть мы имеем два состава с молодежью, но с другой стороны нужно давать и тем, которые как бы мало сыграли, я думаю, мы наиграемся все в этом сезоне. Поэтому те замены, которые сделали, да, есть ошибки, есть, но ну, у нас у всех есть ошибки. Поэтому сыграли достаточно хорошо. Ну и сегодня один из мечей забил человек, который не так часто появляется в списках бомбардиров. Я говорю про первый мяч и отличился Кипр. Отметьте как-нибудь его. Ну, конечно, я очень сильно кричал, чтобы Кипр туда пришел, поэтому, ну, конечно, отмечу. Очень приятно, что он пришел и отметился голым, это очень здорово. Я вижу, в тренировочном процессе он хочет, хочет быть там на завершении. Не всегда это получается, потому что мы, мы больше даем это право атакующей группе, незащитником э не защитникам. Он только набирает такой ход, он только после травмы, после операции, то есть... Э э надо дать должное ему, что он старается стремиться к этому. Мы пока вроде как бы и даем ему играть, да, но при этом как бы сберегаем его на будущее. Ему нужно еще адаптационные игры, такие вот игры, где он будет уже приобретать более серьезный характер.